Давай. Так, надо как-то заводить танк. Есть лопата на танке, но это и все, что мне может предложить танк. Отбиваемся стульями во все стороны. Держим оборону. Граждане, останавливаемся, останавливаемся, останавливаемся. Присаживаемся, смотрим видео, ставим лайки, пишем комментарии. Приветствую, дамы и господа. Мы все еще играем Paint the Town Red. Кубический файтинг для тех, кто ненавидит Майнкрафт. Играем, как всегда, пользовательские уровни, и сегодня нам подкинул уровень один из наших постоянных авторов, Викториус. Уровень называется Bloody Oasis. Это кровавый оазис у него там. Ну, в принципе, как бы... Тут все как бы кровавое. Игра такая, как бы, здесь не получится. В бабочке, в цветочке, тут в морду и, как говорится, зубы на ветер. Или на полку. В общем, короче говоря, игра свирепая, так что не удивляйтесь таким названием. Так, ну вот, стандартное начало у нас. Сценарий. Добро пожаловать, десантник. Сегодня вас отправят на особое задание вместе с двумя британскими парашютистами. Вы захватите оккупированный немцами оазис. Чего? То есть нас трое, а их там две роты. Основные цели — три немецких офицера, находящихся в том районе, и четыре зенитных орудия, каждое из которых укомплектовано двумя стрелками. Вы можете узнать стрелков по их наушникам. Как только вы убьете эти цели, и каждый немец, защищающий их, украдет машину, и каждого немца, защищающего их, украдите машину и бегите так быстро, как только сможете, потому что наши бомбардировщики превратят немецкий лагерь в руины. Также имейте в виду, что в лагере вы можете встретить нескольких немецких десантников, использующих прототипы штурмовых винтовок МКБ-42H и как минимум двух снайперов. Удачи! Когда вы будете готовы начать, войдите в красную зону. Так, а где галерея врагов? Галерея врагов, видимо, в этот раз не завезли. Ну ладно, что бывает. Так. Угу. То есть я с топором против четырех зенитных орудий и двух рот солдат. Чувак, проснись. Ты обосрался. А я не сплю. Вот это, а можно вот это взять как-то? Эй, блин, а как его взять-то? Вот я бы это взял просто. Взял бы и пошел. Как в фильмах про Рэмбо. Так, а этих как включить? Где у вас тут кнопка включения? Может, вам пинка дать? Нет, им пинка не дать. Эй, просыпайся. Ладно, это уже говорил. Доброе утро! Да ё-моё, они просто так, они мебель. Они мебель. Ладно. Значит, я один среди пальм и фрицев. Эть! Кажется, я вижу одного из снайперов. Я попал? Я не попал. Вон еще один. Да ё-мо. Есть попадание. Кажись, упал. А это кто тут бегает? Здрасте. Ты тоже снайпер? Да ё-моё. Что со мной не так, господи? Кто в меня попал? Держи. Отдыхай пока. Потом с тобой поговорим. У них, походу, снайпер живой. А что у них здесь? Посмотрим. С киркой против танка? Серьезно? Блин, они из пистолетов по мне херачат, а я, значит, с киркой. Еще и помощники мебелью оказались. Иди к черту. Воу-воу-воу. Да на. Отличный бросок. Второй отличный бросок. Два отличных броска просто охренительных. Кувалдой. Да на. Судя по печальным воплям, кто-то упал. Опять кирка. Да на. Это так вот. Это ищ.
Да ищи, да на, ё-моё, что это какой-то... А, они оба, все, ну ладно. Да ладно, что ты говоришь? Это они какие-то свирепые совсем. Что же у них танк не работает? Батарейки сели, наверное. Они еще и танк запустили, они бы меня, наверное, сожрали бы вообще. Господи. Успокойтесь, не орите. Да хорошо. Подумаешь, бьют вас немножечко. Вы влезли на чужую территорию. Оазис чужой. Он явно не ваш. Тут есть чего? Нет, тут есть только танк, и он не работает. То есть ножичек. Да, ножичка нет. Блин, кто-то по мне шмаляет все время. Я слышу, как пули попадают. Куда-то. О, тут же все это время был Ливалверт. А что это я туплю? На нафиг. На нафиг. Руки подними. Быстро руки в гору, сказал. Чё? Слышь ты, Нео, ты это прекращай. Прекращай. А, тут еще что-то есть. Один револьвер. Прикольно. Откуда помнишь мой... А, вон он. Он упал? Или он сныкался? Мы будем считать, что я попал ему револьвером прямо по башке, он споткнулся и вывалился оттуда. Упал вниз, сломал себе ногу и от огорчения помер. Что за звуки? Ой! Ой! Падайте все! Держи. О, наушники, наушники. Я кого-то должен был узнать по наушникам. Точно, я их узнал, у них наушники. А кто это? Но я их узнал. А это повар. У него колпак, я его тоже узнал. Блин. Иди нафиг. Пал на дороге, понимаешь. Десантник, да, с топором. За ВДВ, ё-моё. ВДВ против фрицев. Держите стул. Держите еще. На-на. Такое ощущение, что они стулья просто игнорируют. Держи. Блин. Что я сделал? Что я сделал? Иди, да. Дыщ. А вот дыдыщ, на еще. На. Все, я пошел. О, еще что-то валяется. Да на. Молоточек, серьезно? Тут кирка не помогает ни хрена, молоточек. Отвалите от меня. Эх ты ж, блин, сколько же их тут понабралось-то? Так, я король мира. Не лезьте ко мне, сволочи. Я вас ненавижу. Не, ну они просто копошатся вот такой толпой все неспешно. Ау! Он специально прикинулся, что он забагованный и вдарил мне. Вот гад. Падла какая. Чайник держи. Чайник, держи чайник. Так, что у нас еще тут есть? Это не то. Этим не стукнешь. АВП реакция. Бам. Бля, хреновая реакция. Такой реакции АВП в руки лучше не брать. Что тут есть еще что? Ножичек есть. Вас вообще меньше становится, или вы там почкованием размножаетесь? С кем ты дерешься вообще? Я в другой стороне, чувак. Дали мне еще в команду двух бракованных десантников. Ах. Эй! Что, убьют меня сейчас? Блин, какая зараза!
Там где-то было ХП, надо сходить взять. Что-то зараза какая, просто вот взял и втащил. В наглую. Даже разрешение не спросил. О, вот эту штуку дайте, пожалуйста. Ну да, конечно. Лучшее оружие, оно нарисованное. На, жри мясо. Может, подобреешь. Говорят, толстые люди, они добрые. Ну, пока их толстыми называть не начнешь. Отбиваемся стульями. Во все стороны. Держим оборону. Стульцовую. Да на, блин, твою траекторию не предсказать. Ты куда вообще бежишь, непонятно. О, внезапно стулья какие-то попались хорошие. Это бронебойные стулья, что ли? Я был быстрее, чувак, я был быстрее. А кирка тут была. Что, все, что ли? Ну что, я победил. Я победил. Хотя там, по-моему, дальше еще что-то было. Или кто-то был. Сейчас разберемся. Да, тихо подкрадываемся. Подкрадываемся. Да блин! Не удалось, как было задумано. Я, правда, сам еще не понял, как было задумано. Да ё-моё, стой ты на месте. Вот. Я тихо снял часовых, короче говоря. Бесшумно практически. Привет. А. Воу. Вот они эти, с экспериментальными этими штурмгиверами. Дядь тямухи. Попадание! Хедшот! Ну и все остальное вместе тоже взято. Держи! Меня больше всего интересует, куда они стрелка дели. Вон он, стрелок, по-моему. Так, значит, надо этих тогда выпиливать. Стрелок мне мешать не будет. Он возражать тоже, я надеюсь, не будет. Что ему-то? Его не трогают, ну и пусть радуется. Нет, он будет возражать, он возражает, падла. Он... Ах, ты что делаешь вообще, слышь? Не, ну это... Да ё-моё, что ты... Что я теперь делаю? Понятно. О, докинул. У меня есть стулья магические. Я тут стульями целый ваш отряд раскидал. Роту. Или две. Это не стул. Ну, в принципе, тоже сойдет. Так, надо как-то заводить танк. Есть лопата на танке, но это и все, что мне может предложить танк. Не просто так они, видать, в нем ковырялись-то все-таки. Ё-моё! Автоматчик, у тебя патроны там что? Безлимитные, что ли? Набегаем, отбегаем, набегаем, отбегаем. Фига себе. Как пули в землю-то шмаляют. А ему пофиг. Он какой-то прочненький попался. Он меня больше всех волнует, так что его надо первого выпиливать. Все, кончился. Давай сюда. Два патрона, ты серьезно? То есть все это время ты палил, падла? Двумя патронами? Ау! Ничего себе. Больно было. Дайте что-нибудь, чего-нибудь, чем-нибудь, чтобы их это самое... Это не злые какие-то тут вообще. Свирепые, я бы даже сказал, падлы. И много их почему-то. Ну, вылезайте сюда. Автоматчик вам больше не поможет. У него два патрона осталось. И те я расстрелял куда-то.
На. Держите стул, старый добрый. Все, понеслось опять стульями. Стуличная война. Стуличная. Столичная, блин. Война стульев. Так, кто-то свалился. Да ё-моё. На! Ну, блин, да куда оно полетело-то? Блин, я кидаю туда, но оно летит не туда вообще. У меня топор. И что-то как-то не отказывается сотрудничать. О, ножичек, может, так будут сотрудничать. Давай по одному, по одному. Честный бой, честный бой. Во. Next one, please. Бежи. А, не попал. Так, что ты тут хотел подобрать? Да блин, когда что-то я как-то попадаю не часто, неспешно. Все, ножик развалился. Что-то все такое непрочное вообще. Кто-то свалился. Бита бейсбольная, серьезно? Откуда у фрицев? Бита бейсбольная. Где они ее взяли? О, упал. Давай. Хрен там плавал. И да, решил в честном поединке меня забороть. Хрен тебе. Я тебя круче и сильнее. И ростом я тоже повыше буду, так что иди нафиг. Так, ну что? Что теперь? О, машинка. Не на этой ли машинке мне надо будет отсюда уезжать? Чего? Серьезно? У них снайперы стреляли из допотопных пестиков? Снайперы, блин. Не, ну в принципе здесь винтовок нет в игре, так что сойдет. Ты вот так оттуда снесло, что ли? Пистолетной пулей обычной? А чем я тогда стрелял? Что у меня за пули такие? Объединенный уран, что ли? Привет. Воу-воу-воу-воу-воу! Чё себе? Да иди ты! Себя выстрели, дурак тупой! Чё они все стреляют-то? Не-не, ни в коем случае. Зажмут. Зажмут и застреляют нафиг. Вот паскуды. Лишь бы только стрелять. Да, честный бой! Чё, ссытесь? Да, теперь я ссусь. Мы по очереди с ними. То они, то я. Все обгадили уже. Так, тут есть какие-нибудь инструменты? Опять стрелок бежит, куда-то торопится. Надо его первым вынести, чтобы у него два патрона опять не осталось. Попал, попал. Вот это было круто сейчас. Зацепил его даже на такой дистанции. Где он? Да, вот этого вы не видели просто. Это был мираж. Вам показалось. Блять, не обломки стульев. Что это за где? На нафиг. А что здесь-то интересного есть? Лопата. Кувалда, пила. Все. Надо уходить. Мне интересен сейчас ваш стрелок, который продолжает бежать куда-то не в ту сторону совершенно. Стрелок, я здесь, дурак тупой. На, держи. Да блин. Что ты такой нездыхучий?
Можешь ножичком в тебя кинуть. Ты ножик какой-то кривой, неправильный, вообще у него аэродинамические свойства, как не знаю где. Иди ты к черту, блин. Не, он все еще не сдох. Вы издеваетесь надо мной, да? Что я с ним должен делать? А, они же вылезли из той будки все. Они же все вылезли. Надо залезть в саму будку. Может, там что интересное есть. Такое бывает. Кстати. Они были в первой будке, так? Так. Нифига себе, кого-то вынесло. О, круто. Что у нас тут? О, ребята! Кто там по мне стрелял? Иди сюда. Ну и кто теперь снайпер? Видимо, не я. Да, хедшот. Получите, распишитесь. Ну и где ваш автоматчик теперь? Я сейчас пойду ему это самое объяснять. Кто из нас лучший автоматчик? А куда вы его дели-то? А, вон он. На нафиг! Получил, да, нет? Вот паскуда. А, уже выход загорелся. А, двое, это еще мои эти два. Два деревянных десантника, которых мне зачем-то дали с собой. Так, посмотрим, что мы здесь не посмотрели. Горшочки. Платочки. Кроватки. Казарма, наверное. Вот, тут и щит был. Можно прямо так, как в спецназе. Щит размером с блюдце такой. Чем он прикрывает, непонятно. Им как в футболе, когда штрафной бьют, надо так прикрываться. Тогда, да, тогда этот щит будет работать. А в остальном он бесполезен. Что они здесь? Серп? А молоток есть? Во-во-во, кувалда вот. Вот кувалда и... Во, серп и серп и молот. Вот так вот. Все. Ну что, теперь надо валить отсюда как можно быстрее. Так, сценарий написано. Возвращаемся в меню. Возвращаем музыку в меню. Подводим итоги. Ну, стандартно круто сделан уровень у Викториуса. Вот, знаете, если бы мне этот уровень дали, и там не было бы написано, кто автор, я бы, наверное, все равно подумал, что его сделал именно Викториус. Это вот как раз его стилистика, что-то такое из истории, какие-то там придуманные войны, придуманные какие-то бои, но с элементами истории. Он такое любит делать, то есть, ну прям вот в его стиле сделано, тут не добавить, не убавить. Уровень сделан отлично. Кстати, могу вот этот уровень, наверное, рекомендовать всем, даже новичкам. Ну, может, вас постреляют один раз, но зато потом научитесь. А с толпами здесь справляться не так уж и сложно, потому что много места. Так что и новички могут играть, и старички, всем рекомендую. Пожалуйста, уровень отличный. Ну, в принципе, Викторию с других-то и не делает. Называется данный уровень Bloody Oasis, автор Викториус. Скачиваем, ставим лайки, обязательно поддержим авторов. Авторы, по сути, делают эту игру для нас. Все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.